не удалось мне последние дни записать звуки природы. Но зато у меня тут есть муха, которая лазает, привет, зрители, по моему ноутбучику. Нагло так. Я подумала еще часа два назад, а почему бы ее не записать? Я сейчас просто камеру держу. Тут у меня осы гудят. Ей вообще пофиг дым, что я на нее втыкаю. Нам сегодня на 8 часов отрубали свет без предупреждения. Ну, в Прилуках, соответственно, не было и у нас. Как мой родственник сказал, делали где-то там профилактику или что-то в этом роде. Мы с соседкой решили, что это какой-то жирный, в кавычках, человек. Решил себе свет провести, поэтому... Нам отрубили этот свет. Но суть в том, что сегодня было плюс 27 в теньке. У меня нет газа в этом сезон дачный. Соответственно, готовить не на чем было. Ну, я, короче, готовила на мангале себе покушать. И кабачки жарила. Даже рецепт записала. Очень вкусно так вышло. Правда, и на это нет последние два дня вообще практически никакой. И, соответственно, ни там нету ни на поле, ни стабильный такой. Нормально даже почту не проверить. Ни у этого самого колодца. Еще и комары сегодня сожрали. Короче, рецепт не выпустить. Ну, в общем, делала кабачки, жарила кабачки на сковородке, там на мангале делала себе два раза пельмени. Правда, потом уже второй раз доваривала, потом, ну, на плитке, когда уже дали свет. Что там, мой мангал как-то слегка подтух. Да, спасибо Ане за донат, спасибо Ольге за донат. Вот буквально там пару часов назад мне сообщение пришло, что Ольга скинула мне монетку. Ольга регулярно меня поддерживает. За что тебе, Ольга, очень большое спасибо. Короче говоря, сегодня на канал опубликовалось последнее видео, которое еще в городе заливало с публикацией отложенной. Там мукбанг, кажется, был какой-то, уж не помню. Так вот, я пельмени варила, потом этот чайник грела, потом даже согрела воды на мангале и помыла посуду, потому что у меня со вчерашнего дня оставалось, а что-то сил не было уже это ничего не делать. И жарко, тяжело очень, все, у меня голова болела, я почти все время торчала в палисаднике на улице, кошка со мной рядом ошивалась. И, короче, что? Боялась очень, что у меня там холодильник, потому что несколько раз открывала, что у меня мясо в морозилке разморозится, но ничего с ним не стало. Единственное, что пельмени пришлось делать. Именно пельмени ела в основном, потому что они еще чуть-чуть и уже грозились кашицей стать, если их там оставить было бы. В общем, голова болела, что-то вообще жуть, таблетку ела. Два раза она у меня проходила. Пила большое количество чая, делала этот ройбуш, остатки были роскоши. Просто воду пила, огурцы лопала. Меня что удивило, что эти товарищи электрики углические почему-то решили делать эту свою профилактику именно тогда, когда электричество как раз нужно. 27 градусов в теньке плюса. У людей холодильники как бы это, ну, деревня, то все. В общем, как обычно в России, зимой они роют асфальт, чтобы раздолбать трубу, а потом сказать, ой, знаете, у нас тут трубу прорвало. Мы ее случайно раздолбали, она ее прорвала после того, как мы ее раздолбали. А летом в самую жару они решают делать 8 часов профилактику. Или что они там делали, уж не знаю. Феерические люди. Так вот, муха.
Ну и, соответственно, у меня как бы телефон наполовину разряжен был, я его от аккумулятора питала, который сейчас на кухне заряжается, аккумулятор, штатив который. А этот, ну, на этой камере тоже как бы не особо, чтобы не знала. Как планшет, точнее, был слегка разряжен, надо будет его на ночь поставить на зарядку. Еще хорошо, что я с вечера вчера воды натаскала дополнительно на подстраховку, на всякий случай, в бак. Прудовой. Колодечную-то что можно принести с колодца? Там не надо электричества. Короче, очень геморный такой денек был. Как-то по жаре особо ничего не поделаешь. На мангале оно, конечно, сготовилось, но тоже довольно долго это все делалось. Несколько часов, когда только позавтракал, вроде еще что-то там делаешь, и смотришь уже 3 часа, и вроде как надо и обедать. Прелести деревенской жизни. Вам, наверное, уже намазолило это престижу в глаза. Я фоном говорю, и тут муха. И она как-то застыла. Вот. Я тут сейчас попутно шорты клепаю. Скинула с телефона больше 50 файлов. И на Мовави клепаю их. Потому что иншот, оказалось, сжимает звук 48 тысяч герц, или как его там, забыла, герц, наверное, да, это, до 44 тысяч герц, как-то так. Удивилась я почему-то. Причем он у меня как бы платный, да, платная подписка, а качество хуже, чем в оригинале. Оказывается. И оно мне, я им год ведь пользовалась с лишним. Потом уже платку сделала. И он у меня в деревне регулярно вылетает, потому что, значит, сети типа нету, и он мне пишет, что типа вам нужно оформить премиум. Думаю, блин, у меня оплачено вот так все лето. Через раз. Думаю, а если кто-то купит и в офлайне эту программу будет юзать, то что, у вас тоже будет каждый раз вылетать, типа, нет интернета, оплати подписку? В общем, дурость какая-то. Хреновая программа. Для ведроида лучшая программа, как я поняла, PowerDirect. Но из-за некоторых особенностей хоноров оно только максимально 30 кадров в секунду дает на Full HD. Надо, но зато не сжимает звук. Надо, короче, этот... Как я поняла, у планшета очень хороший микрофон, потому что я там разбиралась и нашла файлик... закадровый текст, короче, когда там свой случайно записанный таймлапсовый мунбанк озвучивала за кадром, писала этот звук как раз с планшета, там даже слышно было птичек, очень хороший микрофон. Вот, ну, в общем, я тут вот это монтирую, смотрю, еще заодно сравниваю, что есть уже на канале, потому что у меня есть папка, типа, что на канале есть. Уже на канале. И что еще вот нету. Ну и там еще кое-что записала. Кстати, записала еще мунбанк в доме. Правда, ничего еще не монтировала из-за жары. Так вот, из-за того, что планшет разряженный практически был, я обычно управляюсь планшета этой камерой. Да даже если просто этих птичек писать. Короче, я как-то еще ветер местами сильный был, я не рискнула. Думаю, поставлю камеру. Ветром там сдувало даже то, что потяжелее чашки. А тут камера, мало ли чего. 30 тысяч на дороге не валяются, чтобы заново потом ее покупать. Хотя сейчас она уже в разы дороже. То в декабре она была 30 тысяч. Вот. Привет, ты зритель, хочешь поддержать канал, поддержи, я тебе скажу спасибо. Ну это, пока ты зритель, ведь смотри, она так и сидит ведь, муха, контрапупилась. Ну, обратно вернулась. Верная ноутбуку муха, а вообще-то смартбук, верная смартбуку муха. Вот теперь, пока.